Всем привет! Вы на канале Фан-клуб Total War, с вами Кос. Продолжаем играть в ремастер Рим Тотальная война. Кампания за Карфаген, 15-я серия. 57-й ход. Вынужден признаться, что в прошлой серии, 14-й, я допустил ошибку, но она такая была, не специальная. Когда я переправлял армию на Сардинию из Карфагена, я взял по ошибке не того генерала. Вот. И у меня преемник лидера Бомилькара остался в Карфагене. Да? А тот молодой человек, который обучался, сидит, вот, Хераем Мининск, да, вот он у нас и поплыл с армией на Коралес. Соответственно, он не мог возглавить армию там, в которой были вот эти воины Священного Круга, да. Ну, в общем, получилась ситуация, что я нарушил правила, но в оправдании смогу сказать, что это было сделано не специально, и это как бы, ну, просто невнимательность, случайно не того схватил. Вот. Как бы вот такая небольшая оплошность, но будем считать, что он делегировал ему свои полномочия. Вот. А чтобы ничего не заподозрила гвардия, вот, одел, короче, доспехи преемника лидера. Вот так вот обыграем. В принципе, ничего страшного, реально, просто вот не того дернул. Я это заметил, когда проверял, как видео записалось, и прямо в самом начале это было видно. Вот, интересно будет посмотреть комментарий к 14 серии, заметил ли кто-либо вообще этот косяк. Вот. Пока что все мои ошибки замечал Дмитрий Чирыгин, наш давний зритель, который достаточно внимательно смотрит. Он подметил, что я на пальме то ли строил, то ли нанимал, когда не было здесь. Не было правителя, наместника так называемого. Вот. Ну и у меня еще был косяк, по-моему, во второй серии, когда я с перебор у меня был с этими наемниками. Вот. Ну, я себе правила придумал для того, чтобы интереснее было играть. Это не какие-то строгие ограничения, вот, если там их нарушил, да, автоматические поражения. Нет, как бы, ну, понятное дело, все это не упомнишь, и где-то глаз замулится или невнимательность будет, вот. Конечно, я стараюсь их соблюдать, и, как мне кажется, из-за этого геймплей выигрывает достаточно, вот. Но здесь реально просто произошел казус. В принципе, все мог, только хапнул не того, короче, полководца. Ну вот. В общем, такое небольшое отступление. Давайте продолжим нашу кампанию. Так. По-моему, нужно сдавать ход. По-моему, я подготовил как раз все для сдачи хода. Давайте так и сделаем. Да, мой господин. Так, это трирема везет у нас. Да, великий господин. Торговца. Так, мы видим, что флот римский здесь неподалеку кружит. Все они чего-то кого-то везут. Вот армия. Ну, короче, они теперь будут мне докучать, да? Да, мой господин. Надо их отгонять, конечно же. Ну, мы сейчас к этому моменту вернемся. Давайте посмотрим итоги, отчеты. Ну, почти 19 тысяч в казне. Угу. Ну, потом посмотрим все это дело. Карфагене нанялась пунийская пехота. Переобучение произошло. В
война между Скифией и Понтом. Ну и понятно, Египет сразу же со скифами разрывает союз, поскольку тут два союзника, и Скифия, и Понт были египетскими союзниками. Так, ладно. Немножко я не вкатился вот в этот летсплей сейчас. Разговариваюсь, что-то мысли как-то это. Перед прохождением немножко работал на компьютере и, видимо, перезагрузился. Поэтому тяжело что-то слова собираются в предложение. Так, значит, давайте начнем с того, что посмотрим дальние рубежи. Значит, здесь у нас торговец идет. Чем могу вам помочь? Сию минуту. Угу. Здесь армия подходит. Давайте ее изучим. Очень много стрелков. 4 отряда, это прилично. Конные стрелки. Ну, в целом, армия слабая. Мой повелитель. Мой повелитель. Дадим им подойти. Дадим. Господин, марш! Очень много у меня кавалерии, так что я даже ничего нанимать не буду. Да. Эта битва будет на следующий ход. Так, Фапси есть правитель. Феодекл. Мы можем что-то заказать здесь, да? Ну вот, давайте храм здесь поставим. Так, Карфаген продолжает, да? А, ничего он не продолжает, блин. Неужели я ничего на постройку не поставил в прошлый раз? Это печально. Так, ладно, базар. Я его хотел. Он и будет. Давайте отряд ливийских мечников закажем. Так, посмотрим на Сицилии. У нас в Сиракузах ничего не строится. Сейчас мы сюда пришлем наместника. Хилисбал. Так, что такое? Приказы. Приказы. Уходим. Так. Дороги, либо поля. Давай то и другое поставим. А, нет. Мы видим, что осталось буквально чуть-чуть, да, до расширения. Ну, давайте. Дороги. Да, дороги. Я думаю, еще один кораблик закажем здесь. Могучий полководец. Уходим. Так, здесь флота у Сципионов нету. Давайте разбираться с флотом Юлиев, значит, вот мы видим здесь первую нашу цель. Корабли готовы. В общем, Хирам Менингс остается в Каралисе, пускай он здесь будет администрировать. Корабли готовы. С другой стороны, что ему тут делать? Готовы поднять паруса. Давай вот эту возьмем Берему. Господин. Отправим его опять же обратно. Мой повелитель. Карфаген пускай он там учится. Корабли готовы. Корабли готовы.
Так, плывет сюда Берема. Предлагаю разделить корабли флот. Готовы поднять парус. Да, мой гость, готовы поднять паруса. Бьем. В атаку. Если он сюда отступит, то мы второй частью флота атакуем. Просмотр, погрузившийся на корабль отряд. Там же были. Вот они. Ага, все. Куда отступает? Блин, не очень удобно. А, вот тут у нас есть корабль, отлично. Так. Корабли готовы. Господин. Пускай пока здесь посидит в пальме. Это кто у нас? Фиак. Так, здесь мы поставим дорожки, пускай будут. Ну, дороги они не только ускоряют же, да, они еще улучшают. Да, базовый... улучшение дохода от базовой торговли 100%. Это у нас торговый остров с очень высоким показателем торговли. Так, ну... Готовы поднять паруса. Да, мой господин. Опасное плавание мы затеяли. Испанцы. Вернемся, пожалуй. Не вижу я, короче. Ну, наверное, куда-то сюда ставить отплыли паруса. Римляне. Корабли готовы. Здесь тоже, по-моему, были. Да. А, этот сюда поплыл. Отлично. И он уже, по идее, не должен отступить. Да, мой господин. Приготовиться к бою. Хорошо, что я там оставил часть флота. Не, отступил. Но мы его все равно потопим. Море ваше. Так, встань сюда. Да. Восемнадцать человек, блин. Не знаю, получится, нет. Плохо, что флот постоянно отступает. У него же очки передвижения должны закончиться. Вот опять он отступил. Ну как такое может быть? Море ваше. Ну это глупость. Корабли готовы. Корабли готовы. И у меня тут больше флота нет. Корабли готовы. Корабли готовы. Готовиться к бою. Так, ладно. Корабли готовы. Вот у нас еще флот заходит. Здесь его оставить, что ли? Ну, пожалуй, две беремы оставлю. Да, вот, а флотовоз заведем. Да, мой Теренское море, что ли, как-то так называется. Так. Давайте в Испанию переместимся. Нет, подожди. Тут у нас еще есть дела. Да, мой господин. Так, ну этот флот... Мы, пожалуй, пошлем обратно. Да, великий господин. В Западное Средиземноморье. Все тут посмотрели. Я выполнил любой приказ. Иду. Ага. Македонию взяли фракийцы. Вот так вот.
Ага, это интересно. Ваш покорнейший слуга. Так, нам сейчас нужно заключить договор с понтийцами. Я сейчас же поговорю с ними. Самое щедрое предложение. Отлично. Союз нам не нужен. А вот торговля это очень хорошо. И тогда надо посмотреть, как... Где там торговец наш? Да, мой брат. Мы же некоторые города видим. Блин, надо было карту, конечно, карты поменяться. Ну вот, пожалуйста, видите? Очень неплохо. Так, а у нас еще вот здесь плывет торговец. Может его сюда завернуть? А у него что-то слабые показатели. Да, его не надо. Да? 715. Тут и так у нас 2 сидит. Жду вашего приказа. 400. А здесь никого нет. Я не знаю, сколько здесь можно держать торговцев. Может быть, и дофигища их можно держать. Ну ладно, пускай сидят. Мои глаза... Здесь продолжаем изучать. Никто меня не увидит. Мои уши ваши. Разведывать территорию. Ну, ожидаемо. Здесь Юли, наверное, везде правят балом. Вижу, что Иллирия за Брутами, Панония тоже. А, это Далмация и Иллирия, так называется, Панония дальше. Так. Да, мой господин, вот мой еще, господин. Кстати, флот. Да, великий господин. Да, мой господин. В атаку! Они куда-то сюда все скопились. Да, так, это господин. У нас... Трирема мы здесь, наверное, не можем, да, еще строить, да, и, соответственно, пополнять тоже. Так, новый Карфаген. Здесь нет у нас сейчас никого в качестве наместника. Тут непонятно, как действовать, короче. Убийца готов. На торговцах, что ли, поупражняться? Убийца готов. Хапеш, или как эта штука называется, оружие. Серп этот. Да. Все хорошо. Но опыта он никакого не получил с этого. А, получил, да? Головорез. Отлично. А сколько раз он может убивать? Он покой. Не, подожди. Убийца готов. У меня тут еще один. Еще один где-то был. Я выполню любой приказ. Вот он. Смерть близка. Небольшой шанс, но успешный. Отравитель. Короче, он тут наполучал прилично. Сразу 4-го стал уровня. Угу. Я выполню любой приказ. Так, здесь мы... Я выполню любой приказ. Я вот думаю, заходить туда, в Галлию, или здесь оставить. Ну, в принципе, можно подсветить. Ну, там галы сидят, все понятно. Это чья территория? Ага, Юлиев. Угу. Ну, ладно. Не слышу. Никто меня не увидит.
мои глаза ваши. Иду. Так, ну ладно, мы продолжаем. Поход. Значит, компания в Астурике. Перед нами вражеская армия. Сыграем. Давайте помолимся, а потом возьмемся за луки и мечи. Боги помогают тем, кто сам себе помогает. Ждать моего приказа. Там пехотный стек был. Очень много скутариев. Классическое построение. Мне кажется, они покидают поле битвы, да. Встретимся на глобальной карте. Ну здрасте, ёпта, это как так? Победа за нами, о могучий. Ну ты понял, да? Охренеть. Мой повелитель. Вот, не, ну это бред, вот реально, это бред. Более того, я еще до него не достаю. Он, я встретил его на пути, он от меня убежал и убежал мне за спину. И еще так убежал, что я его догнать не могу. Как так может быть? Да, это, конечно, полный пипец. Ну, конечно, он не достает. Ладно. Пойдем. Вперед! На Астурику. Фиг с ним. Усилим гарнизон. Здесь, наоборот, наймемся. Ну, то же самое сделаем. Очки передвижения все равно потерял. Он будет здесь сидеть. Да, все правильно сделал. Так, в Кордобу нужно построить что-нибудь опять на порядок. Запускай вот этот штаб тайной полиции запускается. Поднять паруса. Господин, вперед! Строим башню. Так. Город строится. Вернее, расширяется. Размножается.
Так, этих ждем пока. Вот здесь. Господин! Сюда отправлю. Могучий полководец. Марш! Блин, зря я убрал этих арбалетчиков, надо было их при армии оставить. Неплохие стрелки, кстати. Единственное, у них минусская... А нет, пускай в гарнизоне. 120 все же дистанция. Это мало. Атака 8, тут 9, смотри. Но у нас прачники тоже недалеко стреляют. Ну, скоро появятся лучники. Корабли готовы. Так, здесь все строится, да? Здесь, пожалуй, скутарию буду нанимать. Да, строительство идет везде, абсолютно. Мои уши ваши, контрразведка. Корабли готовы. Готовы поднять паруса. Так вот. Да, так, получается, опять сдаю. Да, испанцы стоят здесь. Могучий. Здесь мы навяжем бой. Господин. Флот испанцев. Так, ну и что? Готовы поднять паруса. Да, мой господин. Корабли готовы. В атаку. А где остальные? Победа! Да, мой господин. Не очень понятно. Ставить паруса. Куда же они все убежали-то? Да, мой господин. Готовы поднять паруса. В атаку! Так, этот потонул. Победа! Отлично. Готовы поднять паруса. Готовы поднять паруса. Ставить паруса. Готовы поднять паруса. Корабли готовы. Да, мой господин. Да, мой господин. Готовы поднять паруса. Куда корабли-то делись? Готовы поднять паруса. Вот он, блядь. Ага. Готовы поднять паруса. Приготовиться к бою. Победа! Да, мой господин. Готовы поднять паруса. Да, мой господин. Да ёлки-палки, блин. Приготовиться к бою. Корабли готовы. Приготовиться к бою. А участвовали все корабли? Победа! Не хватало только, чтобы он на пальме еще высадился. Тут не получится. Да, великий господин. Мои глаза ваши.
Да что ты делаешь-то? Корабли готовы. Да, великий господин Чубаш. Шпион вылез. Я сделаю все, что вы прикажете. Он смерть близка. Давай, держи его на прицеле. Так, очередная жертва нашего убийцы. Уже шестого ранга. Корабли так, ну нет у нас, короче, возможности, да? Да, мой господин. Корабли готовы. Корабли готовы. Корабли готовы. Да, мой господин. Готовы поднять паруса. Жду вашего приказа. Давай сюда, 715 вполне. Так, ну давайте посмотрим отчеты. Это старые. Почти 20 тысяч. Ну, 20 тысяч было, мы уже потратились. Так, самая развитая фракция — это мы. Война, греческие города, Понт, римляне, Фракия. Перемирие Галлия Юлия. Вообще не человек, способности агент. Ага, ну это агент все нахватал. Так, здесь что? Здесь будет сейчас бой. Готовьтесь к бою. Сегодня день великих подвигов. Так что наша слава прогремит по всему миру. Всюду, где люди восхищаются храбростью, они будут произносить наши имена. Такой блок будет. Отряды, группироваться. Пехота. Вперед. Отряды. Наемник. Марш. Отряды. 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 Наемники. Сохраняйтесь как можно скорее. Отряды. Вражеский полководец был убит. Быстро. Теперь мы увидим, насколько храбры его солдаты. Быстрее в атаку!
побегаю. В ноль ушли. Отлично. Большую армию разбили, что говорить. Господин, марш! Мне нужен кораблик, который тут будет курсировать и... отвозить войска на пополнение. Вообще нужен порт. Непременно следующим будет порт. Ну, в принципе, это отряды можно оставить пока. 100 человек все-таки. Битвы было меньше, но, видимо, я выполню любой приказ. Поправились. Надо же задуматься, кто поведет поход. На Италию. Хелесбал и Косий. Приказы. Ну и знахарь. И все. Ну слушайте, надо ему накидать, короче, спутников, которые звезды поднимают, и все. И вручить ему отряд священного круга. Воинов священного круга, и все. Будет тип-топ. Это меня, конечно, напрягает. По идее, они решены. Возможности ходить. Но если они высадятся, они пальму заберут. Тут однозначно. Корабли готовы. Других вариантов нет. Что-то я сбился с какой-то мысли. А, ну вот. Феофан. У него много спутников, он уже в годах, можно поделиться, правильно? Командир наемников. Хирург, посыльный, награжденный герой. Это не то. А у него, кстати... ничего такого нету. Что можно передать. Кстати, командир наемников. Приказы. Давай кого-нибудь наймем, и будет нам командир наемников. Взял? Нет. Приказы. Плохо. Мой повелитель. Так. Приказы. Могучий полководец. Феодекл. Кто у него там? Плюс один при атаке. Давайте зайдем вот сюда. Значит, еще раз. Хелесбал. Вот, Хелесбал. Командир наемников. Угу. Девять ходов. Что-то до хера. Thank you.
А вот это что такое? 10-2%. Удешевление подготовки отрядов. А, да-да-да. Так, ну давай возьмем его. Фиак у нас где? Фиак. В пальме сидит. Угу. Ну, добро. А, так тут есть и поближе, смотри-ка. Бисальт. Два хода всего. И Гамалькар. А бисальт где? Блин, проще вот так вот, наверное. Блин, мне так не нравится вот это. Блин, где портреты? Портреты было бы удобнее. Где-то же я видел это. Блин, портрет будет только здесь, да? Вот он. А, ну только он на Сицилии, я понял. Все, тогда... Пускай переходит. Ну и все, а больше звезд мы ему никак, да, не поднимем. Щитоносец. Храбрость телохранителей. Сборщик налогов. Сборщик налогов, видите, понижает авторитет. Или как там? Все, а звезд больше нету. Кроме командира наемников, звезд больше никто не дает. Да, будет 5. Надо им повоевать, короче. Готовы поднять паруса? Ну, подумаем. Корабли готовы. Корабли готовы. Корабли готовы. Так, усилим вот эту флотилию. Готовы поднять паруса. Корабли готовы. Так вот сделаем. Корабли готовы. Корабли готовы. Уверенный полководец, это кто? А, ну это его характеристика. Угу. Так, ладно. Давайте возьмемся застройкой. Где это нужно? Новый Карфаген. По-моему, я отсюда убрал. Да, я отсюда убрал. Строить мы не можем. Так. Соответственно, Мессани. А вот стрелки.
стрелки. Вот здесь бы, да, нам построить. Но это надо расширять четвертый тир. А здесь какой-то уже третий, да? Угу. Вот здесь надо строить будет стрельбище. Курс, короче, задать в этом направлении. А то что у нас все Карфаген производит? Да, стрелков будем здесь делать. Я прям поставлю, чтобы напоминание было. Не забыть, вернее, в очередь поставлю. Так, давайте вернемся в Кантаберийские горы и вот здесь разыграем битву. Надеюсь, они не отступят. Готовьтесь к бою. Вступил, скотина. Победа за нами, о могучий. Ну ладно. Готовьтесь к бою. Начать осаду. Ну, смотри-ка. Размер нашей армии позволяет взять максимальное количество таранов. Поселение в осаде, господин. Ну там небольшой гарнизон. Вот этот отряд побольше, конечно. А на следующий ход заберем. Без проблем. Всех тут вырежем. Мои глаза ваши. Кстати, вот здесь можно ходить. Нормально? Не слышу. Как интересно. Так, давайте перенесемся на восток. Заключили мы торговый договор. С Фракией можно было бы тоже заключить договор. Ладно, езжай обратно в Антиохию. Да, мой повелитель. Давайте произведем интеризацию торговцев. Они все в городах сидят. Кроме одного. Ага, он у нас плывет. Ну, пускай он сюда плывет. Не будем забивать его с курса. Я выполню любой приказ. Никто меня... Так, продолжаем здесь двигать полководца. Мой повелитель. Я думаю, чуть ниже башню поставить. Да. Так. Ну все, что ли, получается? А. Скорее. Подкупить. Наше терпение не бесконечно. Могли бы мы поговорить с вами? Всё, что? Купили. Раз такое дело. Наши корабли атакованы. Так, варвары атакуют. Гребите ради всего святого. Но не потопили, слава богу. Это все, да? Не высадились римляне на пальму? Нет. Вот когда они отступают, что хорошо, что они не могут двигаться. Вот это меня радует. Это хорошо. Что вот здесь? Застряли, да, испанцы? Ладно. Они, скорее всего, в Оску пойдут. Так, ну надо добить этого гада. Готовы поднять паруса. Ого, мы уже не достаем. Да, мой господин. Готовы поднять паруса. Да, мой господин. Ты посмотри, какая ерунда. Мы не достаем. Это что у нас? Тюрема? Как так вышло-то, блин, что я не достаю? Это проблема. Так, ну-ка измени-ка курс. Корабли готовы. Ах ты, блять.
Сука. Мы победили. Да, мой господин. Ну что с ним делать, а? Да, мой господин. В атаку. Победа. В атаку. Победа. Готовы поднять паруса. Да, мой господин. Корабли готовы. Да, великий господин. Корабли готовы. Да, великий господин. Боюсь, что он высадится. Блин, какая-то глупость, я не знаю. Корабли готовы. Невероятная глупость произошла. Почему я не мог до него дотянуться? Ну, то есть у меня должен был кто-то фокусировать на него внимание. Мы будем надеяться, что он, блин, уплывет куда-нибудь. Да, мой господин. Сколько у него там бойцов осталось? Мало. Давай, навстречу. Да, мой господин. В атаку. Да, мой господин. Готовы поднять паруса. Здесь кораблей нету. Корабли готовы. Так, это у нас трирема. Где трирема могу переобучить? Здесь. Но до туда я не доплыву. Корабли это очевидно. Готовы. Да, в Испании трирема у нас нигде не переобучаются. Да, мой господин. А если мы атакуем? Корабли готовы. Готовится к бою. Уж получится затащить. Ну ладно. Ну да ладно. Мои глаза ваши. Убийца готов. Ну чё ты не идёшь-то? Смерть близка к нему. Не получилось, да? Написано было два хода, он получил прям сразу. Здесь какой-то глюк, кстати, если я обращал внимание. Это баг, вернее. Пишет там определенное количество ходов передачи, да? Спутников. Чуть ли на следующий ход уже он передается. Скифи, Египет, Союз. Так, Коралис растет. Надо будет сюда кого-нибудь заслать. Расширить его. Да. Не получилось здесь. Так, ну ладно. Приказы. Погнали. Сегодня подходящий день для смерти. И если нам суждено умереть, давайте погибнем. Какая красота, вы посмотрите. Круто. Реально, горы вокруг. Вот эта долина, откуда я пришел. И вот здесь тупик. Так. Пять штук. Ну, вот эти все пельтастые, ой, пельтастые, перийская пехота, она и держит тараны. Копейщики, копьеносцы, отряды, уходим.
Уходим! Рачники! Марш! Шевелись! Рачники! Марш! Отряд! Марш! К врагам прибыло подкрепление. Здесь нет ворот, что ли? Вот ворота, а что они на меня бегут? Да господи, блин. Подвели таран к стенам. Ваши солдаты подвели таран к воротам. Сбили немного мне тут. Что происходит? Разбиты, что ли, все? Боги, ну и глупцом же был вражеский полководец. Он пожертвовал собой вместо того, чтобы вести свое войско к неминуемому поражению. Ваши ну давай, блядь. Пробили ворота. Теперь прикажите им наступать и преследовать врага. Так, все, здесь победа. Что вот это такое? Трусливым врагам больше негде прятаться. Вы пробили стены. Начинайте резню. Только мешает мне это. Вообще, вся пехота побежала. Все, бой окончен здесь. Нужно двигаться в город. Так, ну все, вроде всех разбили. Давай.
Да, блять, встали под башней. Плохо, что нет кнопочки вот эту убрать. Да, карточки. Кнопки оставить, карточки убрать. Просто совсем все убрать не очень удобно. Вашим людям удалось подняться на стены. Теперь путь к победе совершенно ясен. Нужны мечи, вперед. Где еще копейщики? Так, эти Враг бежит. Преследуйте их и не знайте жалости. Там еще есть генеральский отряд, поэтому я осторожничаю. Боги, ну и глупцом же был вражеский полководец. Он пожертвовал собой вместо того, чтобы вести свое войско к неминуемому поражению. Да, хорош. Победа сладка. И она еще слаще от того, что одержана так решительно. Ну а потери не такие большие. Победа за нами, о могучий. Так, всех под нож. Мы победили. Что-то там кто-то выходит, да. Дороги здесь по-любому. 350 доход от горного дела. Вот это да.
Ну, это вообще отличный регион. Высоким уровнем торговли, да? Много рудников. Торговец. Ксанти. А, быстренько глянем. Вот уже сразу 309, 329. 433. Его даже гнать-то никуда не надо. Он и здесь готов приносить пользу. А если уж гнать? Давайте посмотрим. Ну нет, сюда тоже нет смысла гнать. Достаточно скромная цифра. О, в Пальмире 1611. А чё так? Чё так до хрена? Это интересно. Я считаю, надо это сделать. Далеко, конечно, что ж. Чётко и ясно. А чё? Мои глаза ваши. Чего тут не ясного-то? Так, здесь победа. И очередная провинция присоединилась к нашей Западно-Финикийской империи. Галеция. Тяжело что-то мне эта серия сегодня дается, не знаю. Наверное, лучше ее закончить вот на такой ноте. Давайте посмотрим, сколько осталось провинций. Ну, уже 16. Уже превысили норму. В принципе, осталось два последних удара, и глава закроется. В Оске сидят последние силы иберийцев. Я думаю, до Оски мы Нумансу еще возьмем. Вот. Ну и готовится все у нас уже к вторжению в кампанию. Вот здесь силы копятся. Можем и не брать воина священного круга. Просто внутри гвардейских отрядов уже готовы. Бери да воюй, да. Посмотрим. Да, может быть, у нас случится здесь катастрофа. Вот это все может высадиться. Вот здесь. Мой повелитель. Кстати, у меня почти 30 тысяч. Уходим. Возьму всех наемников. Мой повелитель. Да, я могу себе это позволить. Но придется ополчение взять. Потому что если они высадятся, придется биться. Но тут мы видим, что кавалерии много, да? Как минимум 4 отряда. Но вот эта вся пехота, легионеры там, вспомогательные мечники, этого достаточно будет. Ну, вообще, посмотрим. Меры предосторожности я предпринимаю, но мне кажется, он высадится. Как так вышло? Это вот реально ляп большой, что этот корабль нас никто не преследовал. Или преследовал, но как-то не так. Вот такая вышла 15-я серия. За сим все. Как обычно, желаю хорошего вечера, приятной игры в Total War. Скоро услышимся. Пока-пока.